年花也素也素悄悄悄。Дети иногда у меня спрашивают, сплю ли я в коляске. А у нас как у инопланетян. Все по-другому. У нас там такие дяди по 2 метра фехтуют, что там железо лгнется. С тех пор, как я развелась с мужем, зарегистрировалась на сайте знакомств, я подумала, что он подумал, что он подумал, что я подумал. А я сделала по-другому. Нужно делать то, что тебе интересно. Зачем себя заставлять? Даже в плохом настроении ты приходишь на тренировку и все равно начинаешь там со всеми общаться. Кто-то что-то кого-то подкалывает, кто-то... Подкалывает, причем в буквальном смысле, да? И в буквальном, и в переносном, да. И все, и уже с тренировки уже, ну, уже забываешь там, что какие-то там проблемы были. Кроме того, что спортсмены соревнуются на колясках, угу, сидя, какие еще отличия? У нас, в принципе, по правилам все то же самое. Оружие то же самое. Единственное, что у нас в шпаге у нас ноги накрываются специальным защитным фартуком, чтобы уколы сюда не считались. Это называется фартук? Да, фартук. Увидев, называла это безумной красоты юбочки. Ну, юбка, да, фартук. Потому что очень элегантно смотрится. Очень красиво это выглядит. И получается, что как бы так как ноги не могут уйти никуда, то есть они все время в одном месте, чтобы в них уколы не считались, это закрывается вот этой тканью. А все остальное, как бы руки, голова, туловище, все считается. Фехтование – интересный вид спорта, загадочный. В контексте не очень многих видов спорта звучит тактика и хитрость. Хитрость в чем проявляется фехтование? Ну, говорят, что, как вот называют это ходячими шахматами, да, ты должен еще и перехитрить психику свою, психику партнера твоего. Иногда ты должен даже перехитрить психику судьи. Это как? Например, кто-то судья, который судит в пользу атаки, а кто-то судья, который судит в пользу защиты. И тебе приходится мало того, что как бы противодействовать противнику, тебе еще нужно настолько как бы четко показать прием, чтобы еще этот судья это увидел. Угу. А перехитрить себя это как? А перехитрить себя это самое сложное. Ну, потому что наш мозг, он очень часто, во-первых, отказывается от сложной работы. Угу. То есть он пытается облегчить себе путь. Плюс инстинкт самосохранения перехитрить очень сложно, потому что когда ты видишь, что на тебя, допустим, летит оружие, да, да, то... здесь уже рефлекс. Да, ну, то есть ты должен научить себя, получается, реагировать не так, как от тебя ожидает противник. Как говорит наш тренер, я подумал, что он подумал, что он подумал, что я подумал. А я сделал по-другому. Ну, то есть вот такая комбинация получается. Да ты в любой момент попадешь туда, куда тебе надо. Да. Ага, хорошо. И также продолжаем ставить. Ага, хорошо. В 2005 году Лена Борисовна Белкина, наш тренер, она увидела в Афинах, как фехтовальщики на колясках занимаются. Она сама фехтовальщица. И как бы она загорелась тем, что вот развить этот вид спорта в России, его тогда еще не существовало. И она пришла в институт, в котором мы учились. И она сразу сказала, так, девочки, у нас 3 года до Паралимпийских игр. Или готовимся к Олимпиаде, или мне неинтересно все, как бы все остальное. Ну и вот за 3 года мы подготовились к Паралимпиаде. 7-мильными шагами, в общем, догнали спортсменов из Европы, которые уже 60 лет у них занимаются фехтованием. Это значит, в Пекин вы поехали. Да, и мы поехали в Пекин. Получается, из девочек только я поехала и
5 мальчиков. До Пекина, да, до 2008 года. В 2006 году было первое международное соревнование, международный турнир, в котором приняли участие. Да, первый турнир у нас был в Польше. И там получилось так, что как бы на первом международном турнире как бы у меня сразу бронзовая медаль получилась. То есть спустя год после начала занятий профессиональным спортом вы берете бронзу. Ну, даже То есть ваша первая медаль стала первой в истории этого спорта. Первая международная медаль, да, в истории паралимпийской стране. Каково это быть первой? Первой медалисткой? Это на самом деле почетно. Но хотелось бы, чтобы первая паралимпийская медаль тоже появилась у меня. Я вообще родилась в городе Белозерске, Вологодская область. В 3 года я просто резко перестала ходить, и все. Потом выяснилось, как бы, что это киста спинного мозга. Родители повезли меня по больницам. Они пытались меня вылечить, пытались как-то что-то сделать с этой кистой. Но как бы это не дало никаких результатов. Потом в один прекрасный момент моя тетя сказала, что ей уже в школу пора, уже как бы хватит уже по больницам таскаться. Как получилось, что музыкальная школа в маленьком городке привела к выступлению со звездами мировой величины? Как и все в моей жизни, да, оно как-то необычно и случайно происходит. Пришел преподаватель, послушала меня, она говорит, ой, как бы хорошо поет, давайте сразу ее на фестиваль отправим. Мы разучили детскую песенку про черепашку. Дали мне плюшевую черепашку в руки. Вот, и я поехала петь. Был тур в Москву, была зима, мы приехали в валенках с черепашкой. Там как раз был Владислав Тетерин, он президент фонда «Мир искусства». И он как раз в тот момент собирал детей для Всемирного детского хора. Он очень долго смеялся над моей черепашкой валенками и говорит, давай к нам. Нам такие нужны. Мы с хором стали ездить уже потом выступать с Монсеррат Кабалье. Он привлекал очень крутых мировых оперных звезд. То есть там и итальянские были, и наши оперные звезды. Мы выступали, получается, в Москве, в Италии, в Лондоне. Нет никаких проблем. Жизнь нормальной, полноценной жизнью. И то, что нужно выбираться как бы, да, из моего маленького городочка и ехать куда-то в Москву там, или в Санкт-Петербург. И получилось, что как раз единственный вуз, который принимал детей с нарушением пороговорительного аппарата, он находился на Лосиноостровской в Москве. А на что жили? Родители деньги посылали? Нет, я училась на отлично, у меня была отличная стипендия, поэтому наоборот, как бы я уже как бы сразу как только уехала, ну, стала даже родителем там. Ну, я первый телефон мобильный купила, там себе родителям привезла. Круто. Вот. Потом мы купили машину маленькую, там четверку. Подождите, ну не на стипендию же студент? На стипендию. То есть вы так экономили, откладывали? Или там какая-то необычная стипендия? Ну, во-первых, как бы там была просто стипендия, плюс там была еще президентская, как бы как отличнику. И мы взяли там простенькую четверку, она стоила на тот момент 40 тысяч рублей. Где же эти цены? И на ней, да, и на ней я училась ездить, и на ней я приехала сдавать, потому что сдать на права тоже тогда было невозможно так просто. Нужно было, чтобы машина была с ручным управлением и педалями для инструктора. Оборудовать педалями мою машину для инструктора, ну, как бы это был перебор. Получается, я сама выучила все правила, я просто приехала с первого раза, сдала. Нас было там человек 20, там мужчины сдавали по второму, третьему разу, и я такая с первого раза. А какая реакция была на девушку на коляске? Ну, они очень были против, они не хотели принимать. В смысле против? Ну, потому что, не положено по регламенту, то есть машина должна специальная быть. Мы говорим, ну, это же не наша вина, что у вас нет такой машины. Вот, и дошли там до начальника, они согласились. А сейчас насколько это большая проблема человеку с инвалидностью получить права? Сейчас есть специальные школы, не скажу, что прям большой выбор, куда ты можешь пойти. Есть одна, может быть, две там школы.
наблюдали, как вы готовились к тренировке, да, это бесконечное количество каких-то кофточек, жилеточек. Да, ну, достаточно, как бы, большое количество обмундирования, чтобы человека не травмировали. То есть это все продумано, это очень плотная ткань специальная. Она выдерживает 800 ньютон удар. 800 ньютон – это практически равен выстрелу из пистолета. То есть практически как бронезащитная ткань. Кто может заниматься фехтованием на колясках? Фехтованием на колясках могут заниматься те люди, которые не могут заниматься ходячим фехтованием. То есть, допустим, у них повреждение опорно-двигательное. Или, допустим, бывает, у нас сейчас много ребят приходят, которые занимались фехтованием, ну, например, там, порвали связки, там, раздробили колено. То есть даже если у человека в жизни нет коляски, а он, допустим, у него протез или там, костыли, играя, занимаясь, точнее, фехтованием на колясках, он должен сесть в коляску. Да. Но при этом на них не перемещаетесь во время игры и тренировок. Тогда вопрос, а зачем коляски? Это же могли быть статичные какие-то специальные кресла. Они немножко кресла, выше, да? У них немножко другая конструкция усиленная, потому что у нас, это мы тут как бы хрупкие девочки, а так у нас там такие дяди по 2 метра фехтуют, что там железо лгнется. Вот. Несмотря на то, что в какой-то момент карьера певицы международной показалась не такой привлекательной, пение не ушло из вашей жизни. И так получилось, что вы поете на разных языках. Мой тренер, Елена Борисовна, она вообще как бы, ну, такой очень интересный человек. Она всегда старается у человека найти что-нибудь, что могло бы из его любимых дел помогать, в том числе и в спорте. И, допустим, у нас там кто-то хорошо знает английский, она там привлекает его к работе в федерации, там, по переводам, например, да. Когда она узнала, что я пою, она сказала: обязательно надо это продолжать, надо выступать на соревнованиях, это будет тебе помогать. Это стало визитной карточкой. То есть потом уже, когда на соревнованиях мы говорим, мы вот сегодня приготовили песню на японском языке. Вы знаете японский? Нет, мы просто берем транскрипцию, получается. Допустим, вот в Пекине в 2008 мы пели песню «Подмосковные вечера». На китайском? Да, на китайском. Я могу попросить кусочек, если вы помните? Слушайте, вы, ну, хорошо поете. Так очень мягко и затягиваете. Мы когда вот сейчас у нас был в Киото турнир, мы узнали, что в Японии тоже очень любят одну старую советскую песню. Вернее, она как бы изначально, оказывается, вообще их была японская, наши перевели на русский. «Море у синего моря». И те люди, которые были более старшего поколения в зале, они, конечно, были тоже очень удивлены, потому что это песня их молодости. А эту помните? Таме кино деру йона, амаке тесуцуки ни, амай койо-йо-йо-йо, миро отоме кокоро йо. Классно. А вот с карьерой певицы прям совсем все. Пока что общество как бы к этому не готово. Даже Диана Гурцкую. Даже Диана Гурцкую. Юлия Самойлова на Евровидении. Только Евровидение, а где больше? На «Голубом огоньке», на новогоднем нет, нету. Гурцкой нету, нету. В Олимпийском нет, нет. Как бы. А почему бы даже, вам даже эти все стереотипы не сломать? Одна была фраза такая, что ну, на каком-то крупном концерте сказали: люди приходят посмотреть шоу. Они не хотят расстраиваться. А видеть человека на коляске — это для обычного человека
неприятно. Получается, вместо того, чтобы наслаждаться полуголыми красивыми телами на сцене, ты начинаешь о чем-то задумываться, а ты не должен задумываться. Ты пришел на шоу. Какими стереотипами вы сталкиваетесь по отношению к людям с инвалидностью, которые, ну, пора бы уже, ребята, о них забыть? Стереотипы, наверное, то, что... Ну, дети иногда у меня спрашивают, сплю ли я в коляске. Ну, это же дети. Взрослые иногда очень сильно удивляются, что у людей на коляске там, ну, есть... партнер, например, да, там, и, там еще, не дай бог, муж или жена, и еще и дети есть, как это вообще. Очень сильно удивляется, что мы живем одни, например. Ну, то есть я сама пылесошу, сама хожу за продуктами там, и так далее. То есть это пока что вызывает огромное удивление. С тех пор, как я развелась с мужем, зарегистрировалась на сайте знакомств. Когда ты приходишь на одно свидание с человеком, например, да, и он видит, что это на коляске, у него сразу же как бы все там... А вы в анкете не указываете? Нет. Сюрприз. Сюрприз. А почему вы не указываете? Потому что я пробовала указывать в анкете, но тогда это еще хуже. Потому что, во-первых, тогда человек просто не дойдет до встречи, а во-вторых, очень много вопросов начинается. «А как у вас?» Я говорю, «А у нас как у инопланетян. Все по-другому». Вот. А вот за последний опыт хождения по свиданиям, по каким причинам сразу был вывод «Ой, не мое». Сейчас очень большая такая проблема, что очень много мужчин низкосоциализированы. Вот на самом деле сейчас очень много женщин зарабатывает больше и ну, как-то вот имеют более высокий статус в обществе. Многие не знают, чем хотят заниматься. Не горит глаз ни на что. Ну, допустим, вот человек ходит на работу там, с утра до вечера, да, и вот его спрашиваешь, а вот ну, в остальное время? Он говорит, ну, я вот лежу дома, там, отдыхаю. Ну, и все, да. То есть дальше разговаривать не о чем. Дело не в том, что он должен много зарабатывать. Дело в том, что просто человек... Вот, у него должно быть что-то, как бы, чем он увлекается, чем интересным он занимается, в чем он растет. Учится где-то, да, что вот, вот он лучше стал, да, лучше стал. Развивается. Да, развивается, как бы, да, в чем-то. Это не значит, что он должен зарабатывать миллионы какие-то там. А муж был у вас не просто муж, вы же вместе в фехтовании. Мы пришли в фехтование вместе, да, то есть моя тренер, она позвала его помогать нам в качестве менеджера команды. Почему случилось расставание? Ну, как-то люди с возрастом меняются и поняли, что... А сколько брак длился? 11 лет мы были вместе. Потом как-то поняли, что совсем разные люди, то есть какие-то совсем разные цели у нас, разные представления о том, как должно быть в семье. За что вы благодарны этому опыту? Я вообще всему опыту благодарна. Давайте, знаете, как... Станет должен, да, немножко такой, знаете... Теперь важно спросить, когда вы можете подать? Да, да, да. Да. А ладошками тоже потратить, что я его скажу. Какая вы мама? Ой, мне кажется, ну, как все мои знакомые родственники говорят, что я очень сильно балую ребенка. Сколько дочки сейчас? 9. Не знаю, я очень сильно боюсь переходного возраста, потому что, ну, не знаю, как бы, насколько я смогу там справиться. Пока что как бы тут все хорошо.
Слушайте, а вот много разрешаю делать все, или много разрешаю, чтобы маленький человечек сам научился принимать решения? Да, больше самостоятельности. Как-то меня тоже так воспитывали. Я когда, мама пошла на работу, я оставалась сестренкой, мне нужно было там сварить суп, допустим, там нужно было погладить белье, пропылесосить, то есть как бы, на мне были обязанности определенные, и никто не делал скидку, что там на коляске, не на коляске. Вы производите впечатление человека, который знает, что хочет. А как этому научить ребенка? Нужно делать то, что тебе интересно. Потому что, когда нам не интересно, нам же не хочется это делать. А зачем себя заставлять? Какой вы себя видите и свою жизнь через 5 лет? Через 5? Не знаю, может, еще на одной Олимпиаде поучаствую. 2025. Я подумаю. Нет, с медалями все понятно. Мы собираем коллекцию паралимпийских медалей, связку. Что еще? Ну, вообще, я мечтаю, чтобы открыть свой спортивный клуб. Я бы хотела обучать детишек фехтованию. И вообще моя мечта, конечно, чтобы люди с инвалидностью могли приходить в любой спортивный клуб недалеко от дома и там имели возможность позаниматься. Я сталкиваюсь с такой возможностью, что я когда прихожу, мне практически не на чем там заниматься. Тренажеры для здоровых людей. Вот я являюсь членом общественного совета при Министерстве спорта. Угу. И самая большая проблема в том, что руководители многих фитнес-клубов, они не хотят, чтобы инвалиды у них занимались. Почему? Потому что это ответственность большая. Угу. Они говорят о том, что а если с ним что-то случится? Нас же засудят. Так то же самое может случиться и может случиться здоровым. Вообще с любым человеком. А вот, допустим, есть там программы для людей старшего возраста, программы для беременных. А беременная вообще это такой контингент, не дай бог, что во время этого упражнения. Вот кто действительно засудит. Вот кто действительно, да, потому что если ты потеряешь из-за этого ребенка, и когда я говорю об этом на собрании, меня не слышат. Хорошо, не слышат, но уже знаю немножко вас. Какой план Б у Людмилы? План Б это пока что что-то свое открыть, и дальше, может быть, это растиражировать. Свое, в смысле, взять на себя ответственность и организовать собственный бизнес? У меня была такая мечта, то есть я понимала, что мне хочется именно от и до создавать что-то самой, чтобы понимать, что, наверное, знаете, это даже на что я способен вообще. То есть, получается, здесь в спорте ты под крылом государства. Угу. Там ты был под крылом родителей, то вот еще что-то. А что ты можешь сам один создать? Вообще один. Просто взять от нуля и полностью сделать до конца. Это безумная ответственность. Это безумная идея, я понимаю. Но, по сути, на что тратить жизнь, как на безумные идеи? Thank you.